Театр песни «Шинунай» приглашает бобруйчан на концерт. Мероприятие пройдет во Дворце искусств 23 октября. Справки по телефонам на ваших экранах. Цена билетов 8 и 10 рублей. В стране предлагают изменить правила поступления в вузы. Минобразование объявило о начале общественных обсуждений. Предлагается вместо 4 выпускных экзаменов в школе сделать 2 национальных. Они будут совмещены с централизованным тестированием. Кроме того, абитуриенты всех специальностей должны будут в обязательном порядке сдавать внутренний экзамен в вузе по профильному предмету. Белорусы завоевали серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по академической гребле в Германии. Успех принес финальный заезд. Иван Брынза и Егор Шлюпский пришли к финишу со временем 6 минут 27 секунд. Первое место в этом классе лодок оставили за собой ирландцы. Бронзовая награда у дуэта из Испании. Назначен новый глава Белорусской православной церкви. Святейший патриарх Кирилл возвел епископа Вениамина, назначенного экзарха белорусского, в сан митрополита. Божественная литургия прошла в храме Христа Спасителя в Москве. А воздушный флот авиакомпании «Белавия» пополнил новый Embraer 175. Этот самолет отличается от предшественников экономичным расходом топлива, а ресурсы всех его компонентов требуют меньшего обслуживания. Новый Embraer уже 12-й по счету в белорусском воздушном флоте.